О коррупции и ее последствиях начали рассказывать казахстанским дошколятам. В карагандинских детских садах впервые в стране реализована программа «Адал Бубек». Между тем, регион считается одним из самых коррумпированных в стране. Юлана Чаус о том, как изменить ситуацию. Что такое хорошо и что такое плохо? Коррупция – это плохо. В карагандинских детских садах впервые в стране запустили программу «Адал Бубек». О плохих коррупционерах малышам рассказывают на примере сказочных героев. А вот некоторые взрослые народную мудрость и назидание уже забыли. Аппараты акиматов городов и районов Карагандинской области, а также областные управления формально относятся к исполнению мероприятий по искоренению бытовой коррупции. Хотелось бы отметить, что, к сожалению, не снижается количество физических лиц, желающих заработать на искусственно созданном спросе по ускорению тех или иных услуг. Так, наиболее коррумпированной, по мнению предпринимателей, является сфера земельных отношений. В борьбе с этим ведущую роль отводят превентивным мерам – выявлению и искоренению причин и условий коррупции. Только за этот год в результате проведенного анализа работы госорганов им дано больше 90 рекомендаций по устранению коррупционных рисков. Пресекать все факты проявления коррупционных правонарушений и преступлений, активизировать работу по борьбе с коррупцией, включением широких слоев населения, ужесточить дисциплинарную ответственность за проступки, способствующие совершению коррупционных правонарушений. Для этого в Караганде сейчас уже заканчивается строительство фронт-офиса, где горожане смогут быстро получать госуслуги. Здесь внедрят открытое обслуживание по принципу единого окна. Юлана Чаус, Аслан Демизбаев. Итоги дня. Караганда.